Друзья, всем привет! Тема нашего урока – настройка BIOS UEFI для установки Windows на SSD-диск. Итак, друзья, что мы имеем? Мы имеем новенький SSD-диск, старый жесткий диск, который мы сейчас отключим, и загрузочную флешку с операционной системой Windows. Первое, что необходимо сделать, это отключить кабель SATA и питание от нашего старого жесткого диска. Вы распаковываете ваш новенький SSD-диск и таким же образом подключаете кабеля SSD-диску. Теперь, друзья, вторым этапом это будет подключение нашей загрузочной флешки с операционной системой Windows. Мы ее вставляем в USB-порт и включаем наш компьютер. Друзья, теперь нам необходимо нажать клавишу Del или F2, чтобы зайти в настройки BIOS UEFI. Я нажимаю клавишу Del. Отлично, мы попали в режим BIOS. Нам необходимо перейти в раздел «Расширенные настройки» или нажать клавишу F7. Мы находимся в настройках BIOS. Друзья, переходим во вкладку «Дополнительно», где мы и настроим максимальную производительность для нашего SSD-диска. Переходим в конфигурацию SATA. У вас здесь должен быть режим ANSI, не IDA. Это старый режим. Выбираем ANSI. Далее, максимальная скорость встроенного SATA. Выбираем 6 гигабит, чтобы выжать максимальную производительность от нашего SSD-диска. Теперь, друзья, нам необходимо выбрать приоритет загрузки. Для этого мы переходим во вкладку «Загрузка», прокручиваем немножко вниз. Теперь, так как у нас USB-флешка, мы выбираем USB-флешка. Если у вас компакт-диск, вы выберете свой DVD-привод. У меня флешка. Вторым параметром загрузки будет наш новенький SSD-диск. Windows успешно его определила. Теперь что необходимо нам сделать? Нажать клавишу F10 и сохранить настройки. Нажимаем ОК. Сейчас компьютер перезагрузится и пойдет процесс установки операционной системы Windows с флешки на SSD-диск. Друзья, не выключайте видео, я вам сейчас покажу, что нужно сделать после установки Windows. Появился логотип Windows 10. Сейчас появится интерфейс установки Windows 10. Как только вы установите Windows 10, необходимо опять зайти в настройки BIOS UEFI и внести кое-какие изменения. Вот мы видим этапы установки. Друзья, после того, как вы установили Windows, вам необходимо опять зайти в настройки BIOS UEFI и поменять приоритет загрузки. Теперь вы в приоритетах загрузки ищете свой SSD-диск и ставите его на первое место. Теперь вы нажимаете клавишу F10. И нажимаете ОК. И перезагружаете свой компьютер. Соответственно, теперь пойдет загрузка с вашего новенького SSD-диска. Надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.